И давайте перед началом ролика подпишемся на моего хорошего друга Drag Game. Видео про доту, пока что видео мало, но скоро они будут в хорошем качестве и с хорошим монтажом. Спасибо. Ну и мы, собственно, начинаем играть в игру наподобие выбраться из тюрьмы, но теперь нам надо попасть в какой-то корабль. Я так и не понял, что тут надо сделать, но давайте сделаем вот такой вот экран и поедем дальше. Нажимаем play. Ссылка на игру будет в описании, ссылка на Drag Game тоже будет в описании. Так, и нам надо попасть вот на такой вот самолетик. Нажимаем play и смотрим первый ролик. Well, well, look, finally decided to wake up. You've been quite elusive. Your skills make you worth the catch. You'll be perfect for the job. We've been having some issues with a group of thieves known as the Top Hat Clan. We know they're guilty, we just can't pin them to any crimes. You'll be going into the airship to bring them down. I don't need to remind you that we've got you on several charges. Attempted robbery, breaking yourself out of prison, even stealing a Tunisian diamond. We've got quite a lot of counts on you. Do this job right, and we'll drop all charges against you. Charlie here will be bringing you close to the airship. The rest is up to you. Find a way to bring him down, and you'll be a free man. Hey, how do you want me to bring you in? Так, ну из этого мы поняли, что они нам помогли выбраться из тюрьмы, прислав нам этот торт. Ну и теперь мы должны каких-нибудь контрабандистов, которые, наверное, в этом самолете, если я правильно понял, мы должны пробраться на этот самолет и что-то сделать. И опять нам дали на выбор не 6 предметов, а 4. Вот теперь 4 нам дали. Так, и можно подумать, что бы нам надо сделать. Давайте. Я думаю, что гарпун тогда. Так будет логично. Так, и теперь у нас сварка, ждать бомба и что-то, ну давайте, я не знаю. Так, а, это не сварка. Ну, я не понимаю, что это похоже на что-то пошлое. Давайте сначала просто. Хорошо. Ладно. Подождем. Мак, это я не управляю этим. Но, похоже, мы сделали все правильно. Ну, эта игра посложнее, конечно, да, посложнее. Я опять телепортил. Телепортер. Потом или улететь. Карандаш, а это... Чипсы, давайте. Я этой штуке не доверяю. Найс. Фейл. А, это магический карандаш, ну-ка. Бам. Файл. Хорошо. Ну, давайте лип, я не буду пробовать телепорт. My apologies, everyone. Had to deploy some invasive maneuvers. Так. Flock of ducks flew by. Ну, пока что все правильно я сделал. Хак. Блять, надо. Хорошо.
Давайте, может, рукой мы сможем как-то. А нет, давайте магия. Блять, найс. Ой. Прикольно. Ну и последнее, что нам осталось. Да ладно. Не, ну о таком вообще никогда не подумать. Ой. Клаупа. А, мне кажется, что надо вот это все-таки. Как в Fallflype. Хорошо, найс. Значит, это не подходит. Ну, тут у нас последнее осталось. Hey you, stop right there. Надо сейчас кликать, наверное. Looks like he set off some sort of alarm in the vault. What? He's gone rogue? А нет, не надо. Alright, food plan B. Call reinforcements and move in. Yeah, this is Jeffrey. I got him right here, so you guys don't need to worry. Power Armor. И сейчас будет какой-нибудь фейл. Подбдыщ. Или не будет фейла. Будет, да не, сейчас фейл будет. Да, тут пошла перестрелка. Wilson, we've got to get out of here. We got Kaz at our front doorstep. We're not built to deal with this man. Go, evacuate everyone. I can take care of this. Так, я теперь должен выбрать какую-нибудь кассету. Ну, давайте прототип выберем. Есть осколок, который я понимаю. Я вообще не понимаю, что я сейчас сделала со мной. Будет ли какой-нибудь фейл или нет, да? Потому что, наверное, будет. What is Ken? Ну давай же прототип, ну блять, ну сделай что-то. Let him go. What? We got what we came for. He's not worth the trouble. А, он просто улетел. Ребят. Ну с первого раза, ребят. Просто отстань. Кассету эту выберем. Габен. Габен. Это нормальная штука. Что это сейчас было? Да, ребят, ну с самого начала нам уже не вернуться, чтобы пробовать еще один какой-нибудь способ, но получилась прикольная игра, экшончик. Ссылку я оставлю в описании. Подписывайтесь на хорошего парня Драгин и ждите новых видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И будьте хорошими пацанами, короче. Отправляйте мувики мне в контакт. Ссылка тоже в описании. Ну, в общем, до свидания.